Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы готовим молдавские плацинды. Для теста нам потребуется 350 грамм муки, столовая ложка масла, теплая вода. Но воду я пока не поставила. Для начинки нам потребуется творог 300 грамм, 2 отварных яйца, 1 сырое яйцо, зелень, лук, укроп и петрушка. По вкусу, кто как любит. И чуть-чуть соли. Итак, приступим. Сначала будем делать тесто. Высыпаем нашу муку. Щепотку соли. Масло. И наливаем 180 грамм теплой воды. Добавляем теплую воду и помешиваем. Замешиваем тесто. Когда тесто замешаем, мы его отставим минут на 20, пускай настаивается, закроем его полотенцем. Будем заниматься нашей начинкой. Тесто наше готово. Теперь мы его выкладываем в эту тарелочку, накрываем салфеточкой, пускай стоит, растаивается 20 минут. Отставляем его в сторонку. И сейчас занимаемся начиночкой. Высыпаем творог. Так. Чистим наши вот эти вареные яйца. Яйца будет. Яйца почистили. Теперь мы их измельчаем. Я яйца вот люблю резать на руке. Так, теперь второе. Сейчас, когда порежем яйца, добавим зелень. Но зелень добавляют столько, кто как любит. Мои домочадцы любят, чтобы зелени было много. Я им уже делала эту плацинду. Им нравится. И лук. Но лук я чуть-чуть поменьше положу. Все перемешиваем. Добавляем щепотку соли. Достаточно, думаю. И добавляем наше сырое яйцо. И все перемешиваем. Тесто мы сразу разделили на шарики. Делаем сначала такой вот кружок. И раскатываем блинчик. Стараться, чтобы он был круглый. Но у меня, правда, не очень получается он круглый. Кладем начинку на один край. Так ее распределяем. А этим закрываем. Чтобы удобнее так делать, я переворачиваю к себе. И теперь края вот так обрабатываем вилочкой. Чтобы они у нас все слепились и красиво. В разогретое масло обжариваем наши плацинды. Вот так. Закроем крышечкой, чтобы масло не брызгало. Переворачиваем. Они у нас с одной стороны обжарились. Вот такие красавцы. Что ж такое-то?
Плаценты наши готовы. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал. Кому понравилось, ставьте лайки.